Туз жезлов, или как по картинке разобраться, что хочет сказать нам карта. Жезлы. Стихия – огонь. Время года – весна. Жезлы – это мужская энергия или мужская масть. Жезлы олицетворяют активную деятельность, работу, движение, развитие, вдохновление. Возьмите перед собой карту, давайте ее рассмотрим. Что мы видим? Сияющая рука, вырастающая из облака, сжимает жезл с молодыми побегами. На заднем плане ландшафт с рекой, горами и крепостью. Итак, жезл – энергия стихии огня. Рука, выходящая из облака, символизирует дар небес. Крепость на вершине горы олицетворяет возможность, даруемая тузом жезлов, цели, которые мы можем достичь с помощью творческой энергии огня. Но на вершину еще нужно подняться, а потом взять крепость, а прежде всего переправиться через реку. Побеги листочки. Возможности, даруемые тузом жезлом. Некоторые листочки облетели. Это означает, что возможности будут упущены или могут быть упущены. Опавших листочков у нас 8. А восьмерка нам говорит о том, что любое действие нельзя нарушать законы и правила. Будьте осторожны. Гора и река символизируют усилия, которые нужно приложить, чтобы реализовать задуманное. Туз жезлов – это семя масти жезлов, потенциал ее развития. Он предполагает возможность проявления всех остальных карт масти, однако не гарантирует развитие. Это всего лишь идея. Первый импульс. Шанс, даруемый тузом жезлов, использовать непросто. Это очень сильный аркан с его чистой огненной энергией. И с ним совладать нелегко. Он означает, что человек загорелся идеей, но результат неизвестен. Тому, кто не бросит начатое, не отступится перед трудностями, туз жезлов обещает реализацию задуманного. Если наша карта на слабом месте, или с негативными арканами, или в перевернутом положении. Внешние помехи, на которые мы не можем повлиять. Это стихийные бедствия, поломки техники, давление со стороны вышестоящих лиц. Неприятная неожиданность. Человек не может собраться, начать новое дело или, загоревшись, быстро угасает, как спичка. Совет аркана. Не вмешивайтесь в события. Может не хватить просто сил. Позитивное значение или аркан находится в прямом положении. Вспышка страсти человеку или делу. Начало отношений, кексы, зачатие. Редкий, небывалый шанс. Неожиданный дар или наследство, творческая сила, новые идеи, проект, новое дело. Совет аркана. Беритесь за дело, и вам повезет. Понравилось видео? Поставьте мне лайк. Поделитесь этим видео, подпишитесь, если вы еще не подписаны. Потому что я буду разбирать все карты младшего аркана. До новых встреч. Пока-пока.